утро, Сайгон. Ждем. Сейчас поедет поезд. Мы его пропускаем. Прямо перед нами задвинули этот шлагбаум. Кофе, не помнишь? Че? Кофе почем? Нет, сколько его? Его не тонны. У нас там буквально 100 килограмм осталось. А почем? Ты говорил мне. 1400 рублей кило робусты. И самый дорогой 1600. Арабик с ванилью. С корицей уже закончился. Арабика, ваниль, зерно. Вот 1600. Все. 1480. Арабика бурбон мягкая. Робусты чуть-чуть осталось. Есть какао. Есть отличный молочный чай Улун. И есть кокосовое молоко. И идет вот такой поезд. Куда ты идешь, поезд? Расскажи. В Ханой, наверное, идет. Куда он еще идет? Куда еще? С юга на север, с севера на юг. Интересно, на ней, это на ней или на нем? По-моему, это мальчик. Да. Форма на нем смотрится, конечно, потрясающе. Все, проехали и поехали. С добрым утром!